не признают государство ведущим народом. Никто ничего не смог мне толкового стола. И когда я вижу здесь лозунг, Россия, мы с тобой. Потому что, как объясняет Федор, он надает. Такой России. Не может. Если Дума приняла и все говорят, все хорошо, а то Думы, общественная палата, это народ, сказали, супер, понимаете? А после Думы Совет Федерации сказал, отлично. Это ваше личное мнение, это мнение. Не надо мне. А можно вам вопрос задать? А что правда в Европе зоофилы кругом, да, там и все такое разрешено? Зоофилия там законодательно разрешена. Да, в Германии. Вот, да. В январе прошлого года вышли 100 тысяч на демонстрацию за то, чтобы... Но не за название... Как они хотели назвать? Чепорцы педофилы. За родительство, не такое. Да? Серьезно? Видео. Правда? Да, день зоофила там какой-то. То есть у них люди к этому относятся 100 тысяч в одной маленькой Германии. Это очень страшное дело. Вот идешь по улице, собаки воют. Собаки воют, их насилуют. Да? Баб не хватает, там бабы вот за эти педрилы, грубо говоря, не идут. И вот там вот идешь по улице, вой собак. Понимаете, там они за либерализм во всем. А что такое либерализм? Либерализм – это значит свобода. В их понимании делать то, что я хочу. Я понимаю, что вы с провокационными вопросами спрашиваете. Ну, я не с целью провоцировать. Этими зоофилами. Но, честно говоря, когда смотришь это видео, и сидит человек, на вид вроде бы как, ну, выглядит как мужчина или как женщина, рассказывает странные вещи. И вдруг, понимаете, одно дело, когда вот вы спрашиваете, знаем ли мы. Мы не были на этих демонстрациях, но когда Russia Today, теперь у нас есть же представительство российских телеканалов, которые делают репортажи оттуда, то очень трудно не верить этому, понимаете? Russia Today. Russia Today делает. Хорошо, спасибо. А вы что сами об этом думаете? Насчет чего? Ну, насчет зоофилии? Нет, я спросил, нет, поинтересовался. Не видел, просто они либералы монтируют, так знаете, что получается два слова и при слове зоофилии и все остальное. Ну, просто я слышал ваши смешные, да, интервью насчет зоофилии, там по поводу того, что там есть, классифицируют аж несколько там видов гомосексуализма или что-то в таком духе, я уже точно не помню. Ну, не буду врать, не буду врать. 58 разновидностей они хотят легализовать. А, да. Гомосексуализма, они говорят... Да. Уже 71 вид. Уже 71 даже. Ничего себе. Это называется, ну, по-нашему, охренеть. По-российски, извращений. Да, извращений. 71 вид. Да, сейчас, значит, делается так. Следующий этап какой? После легализации гомосексуализма все остальные, ну, диагнозы, по-нашему, это же были... больные люди, честно говоря, они, ну, вы понимаете, извращенцы. Теперь они объединили их одним словом квир. И теперь идет легализация в Европе, в Америке квир-сексуализма. То есть туда входит вот то, что вы спросили, зоофилия, там и все остальное, разные извращения, в том числе и каннибализм и так далее. Каннибализм даже, конечно, да? Конечно. Вопрос идет о том, что они либерализм, это что сказать, свобода во всем. Понимаете, свобода. Есть друг друга и так далее. С нашей точки зрения, это. Ну, вы неправильно понимаете либерализм, но. В принципе, ничего страшного. Все, до свидания. Почему тогда либералы попадают только извращенцы? Да? Ну, тогда я тоже извращенец.